Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня будем готовить вот такой десерт. Готовим тесто. На коврик высыпаем муку. Добавляем разрыхлитель и ванилин. Перемешиваем. На крупной терке натираем сливочное масло. Делаем ямочку, добавляем яйца и сметану, вымешиваем тесто. Как только тесто собирается в комочек, кладем в пакет, убираем в холодильник. Оставляем так на 2 часа. Готовим начинку. Для этого нам понадобится замороженная вишня или черешня, сахар и крахмал. Все это положили в сковородку. Перемешиваем и варим. Как только закипит, перемешиваем и увариваем до загустения, а потом даем остыть. Наша начинка готова. Убираем с огня и даем остыть.
горячо. Достаем тесто из холодильника и разделяем на 5 частей. Формируем из них колобка. Вот так. Раскатываем тесто тонким пластом. Выкладываем начинку. Полосочку. Заворачиваем. Вот так. Защемляем края. И еще раз вот так заворачиваем. Закрываем. Отрезаем. Вот так. Делаем вот такие полосочки. Кладем на противень. Продолжаем делать. Отправляем в разогретую духовку выпекаться до румяной корочки. Испекли мы палочки, вот такие, 15 штук. Оставляем, пусть остывают. А сейчас приготовим крем. Для крема нам нужно сливочное масло, сгущенка и ванилин или ванильный сахар. Все вместе взбиваем.
Наш крем готов. Вот такой. Сейчас соберем наш десерт. Собираем десерт по рядам. Сначала 5, 4, 3, 2, 1. А между ними крем. Сверху поливаем растопленным шоколадом и отправляем в холодильник пропитаться на несколько часов. Спасибо, что были со мной. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!